Всем привет, дорогие друзья! Я снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Я сегодня вам подготовил обалденный вкусный рецепт приготовления вкусного салатика, друзья. К любому празднику или просто на ужин. Вкусный, недорогой и очень красочный. Начинаем готовить. Поехали. В первую очередь нарезаем крабовые палочки. Крабовые палочки у меня королевские. Можно брать и простые. Нарезаю вот таким вот образом. Отправляю в отдельную миску. Следующий ингредиент — это у нас огурчики. Огурчиков понадобится 2 штучки. И нарезаем брусочками. Огурец также отправляем в миску. Также нам понадобится пекинская капуста. Я беру половину, этого будет достаточно. И шинкуем мелко. И также отправляем в миску. Также нам понадобится 4 куриных яйца. Нарезаем кубиком мелко. В этом мне помогает вот такой вот легкий, отличный прибор. Также добавляю баночку кукурузы. И добавляю майонез примерно 2-2,5 ложки. Также добавляю по вкусу свежемолотый черный перец и солю по вкусу. Также добавляю 1 столовую ложку сока лайма. И хорошенечко это все нужно перемешать. Буквально 10 минут и салат готов. Друзья, очень ароматный, очень красочный. А сейчас попробуем на вкус. Друзья, это просто бомба. Обязательно попробуйте. Есть своя сладость, немного кислинки, хруст. В общем, в одном салате, как говорится, в одном флаконе. Очень вкусно, короче. Друзья, если вам понравилось, конечно же, ставим жирный лайк, подписываемся, делимся с друзьями и, конечно же, комментируем. Я с вами прощаюсь до следующего видео. Всем пока.